Блять, батареи холодные, пидорасы, блять. Ух, холодно, конечно, просто жесть. Давным-давно жил в королевстве Делмир колдун по имени Зарок. Был он жесток и заносчив и презирал своих земляков за простые и мирные нравы. Желая подчинить себе королевство и установить в нем свои порядки, призвал Зарок целую армию демонов. Жители Гэлоумира поднялись на защиту своей земли. Вел их сподвижник короля сэр Дэниел Фортескью, и доблесть его воспевают и ныне. Отважно бросался он в бой, и демоны падали под его ударами, будто колосья к ногам косаря. Сэр Дэниел сокрушил колдуна и сам погиб от смертельной раны. В тот день он вошел в историю как герой Гэлоумира. В королевстве воцарилось спокойствие, которому суждено было продлиться сотню лет. А затем колдун вернулся. Интересно. Это даже интересно, что за геймплей. Увидел демку, скачал. Скачал, установил, запустил, посмотрел.
О как. Геймплей. Многообещающая. Вот я. Да ладно. Он восстал из гроба, сэр Дэниел Фортескью. Герой Келлоумира, павший в первую минуту боя. Туман войны и тьма времен решили сделать из жертвы шальной стрелы нового героя дня. Но мы-то знаем. Пусть идет. Все-таки судьба дала ему второй шанс. Шанс искупить свою бесславную гибель. Шанс победить Сорока и сделать себе имя. Ну, мы желаем удачи. Можно найти зелья жизни. Они созданы посредством магии, которая уже пробудила тебя от вечного сна и сможет оживить вновь. Если жизненные силы на исходе, хлебни из бутылочки и сразу полегчает. Выход из склепа ты найдешь в конце коридора. Чтобы отпереть затвор, тебе необходимо найти рунный камень и вложить его в декоративную руку рядом с дверью. Кто угодно потеряет форму, если 100 лет валяться без движения. Пока ты в склепе, используй возможность размять косточки.
Говорят, что одержимость за рук. Найденные сокровища приносят звонкие монеты. А за монеты можно купить что-нибудь у жадных горгулий-торговцев. Прикольно. У оружия бывают необычные возможности. Непременно проверяй в деле все, что тебе попадается. Некоторое оружие готово явить свою силу сразу. Другому нужно время, чтобы зарядиться и раскрыть истину. На своем пути ты будешь находить разные предметы. Чтобы посмотреть свою коллекцию или что-то из нее использовать, открой вкладку «Предметы». Там же находит... Пусть идет. Все-таки судьба дала ему второй шанс. Шанс искупить свою бесславную гибель. Шанс победить Зарока и сделать себе имя. Ну, мы желаем удачи. Он восстал из гроба, сэр Дэниел Фортескью. Герой Геллоумира, павший в первую минуту боя. Туман войны и тьма времен решили сделать из жертвы шальной стрелы нового героя дня. Но мы-то знаем...
Блять, книгу не прочитал, назад. Поддавайся этим зомби. Шагни сюда, в источник обновления, чтобы излечить все свои раны. Иногда бывает полезно посмотреть на мир под другим углом. Не упускай шанс полюбоваться красотами нашего прекрасного Гэллоу-мира. Здесь полно интересного.
Ничто никогда не скроется от взора ангела. Помни, ничто... Когда ты побеждаешь одушевленного врага, содержимое кубка прибывает. Наполнив кубок до краев, ты сможешь забрать его и посетить священный зал героев, чтобы получить новое оружие. В каждом регионе Геллоумира хранится по одному такому кубку. Все они либо спрятаны... Из черепов находится мир живых, но, увы, врата заперты, а ключ от них...
как же удобно с джойстиком-то, со вторым. Сел, второй взял, все, и продолжаешь играть. Бойся ходить там, где вода не глубока, но вот от заплывов лучше воздержаться. Тому, у кого одни кости, плавание очень плохо дается.
Войти-ка! За этими воротами ждет Зарок. Повелитель совещается с демоном из Мавзолея. Они строят наиподлейшие планы, канувшим забвение. Вот так вот. Не нашел я, правда, сокровищницу, она дальше была. Ну, это, как говорится, предзаказ. Давным-давно жил в королевстве Гэллоумир колдун. Колдун. Да не просто колдун,